Память о войне – это не только боль и скорбь. Это память о битвах и подвигах. Это память о победе. Музыкально-драматургическую постановку «Память» представили студенты Института медицинской академии для учащихся Симферопольской академической гимназии. Разные истории, судьбы и жизни. Расставания, печали, подвиги и вера в лучшее будущее. Студент 6-го курса медицинской академии Эльвис Измаилов исполнил роль внука, который благодаря своему деду узнал о всех ужасах войны. Этой постановкой мы хотели показать весь происходящий ужас, который был с 41 по 45 год, поэтапно, начиная с момента, как молодых ребят забирали на фронт, и заканчивая, наконец-то, той самой победой, которую мы так долго ждали. Альбом стал хранителем истории не одной жизни. Каждая глава – фрагмент памяти. Защитником Отечества, павшим на полях Великой Отечественной войны, посвящается... Славным героям Великой Отечественной войны, подарившим жизнь нашему миру, посвящается. Спектакль отражает видение Великой Отечественной войны глазами молодежи. С развитием сюжета беззаботное отношение меняется на сочувствие и гордость за великий подвиг. Наше представление, оно о связи поколений, о том, что как важно хранить, передавать эту память в сердцах, проживать этот подвиг наших дедов и прадедов. Под большим впечатлением от увиденного осталась Марина Лавренова, учащаяся кадетского класса гимназии. Она считает, что подобные мероприятия – возможность понять, что значит 9 мая для каждого человека. Я хочу проявить большую благодарность этим людям, которые сделали этот спектакль, и они помнят эту Великую Отечественную войну и будут еще долго помнить. Постановка «Память» – дань уважения героям. Более 20 студентов приняли участие и сыграли свои роли. Кто-то сыновей, друзей, матерей, а кто-то, словно рассказчик, погрузил в атмосферу тех лет. Наше же поколение проходит до сих пор в рядах бессмертного полка, и наша задача – брать с собой за руки детей, идти в одном строю, и воспитывать их дальше на примерах каждой семьи, на примерах дедов, прадедов. Прошло 77 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. И сохранить память – наша главная задача. Амина Алибеева, Иван Самохин, пресс-служба Крымского федерального университета.